Так, ну давайте запустим. Раз. Два. Три. Так, одну запустили. Так, одну запустили, давайте запустим. Так, подождите. Давайте, прежде чем запускать. Так, понятно, у нас тут Android будет. Так, всего этого у нас полно. Так. Ладно, тут больше вроде персонал полезного я не вижу. Представляет Android. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Так. Полезного вроде больше ничего не лежит, кроме того, что было у этого парня. Мертвого. Давайте запустим. Второй. Раз. Два. Три. Запустили. Так, и выпустили этого рака. Ага, а вон и чужой слюни пускает. Скотина свиская. Круг, что ли, у тебя? Зараза. Если вас здесь что-то не устраивает, блин, как же ж... Тут и второй есть. Но только второй почему-то не запустился. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Так. Там он. Нет, он идет. Собак. Аполло и Андроиды Сиксом вместе работают на благо станции. Ага, как же. Скотина. Скотина. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Ага, как же. Вынуждены усилить меры сволочи. Безопасности. Глядя на большую картину, мы не забываем... Твою мить. Что ж ты ходишь туда-сюда? Зараза. Прибывающих на станцию представителей компании просим обратиться к ближайшему андроиду. Угу. Хотите сдохнуть? Обратитесь к ближайшему андроиду. Thank you.
А что, ну, тут и движения его разминочные. Так делал Эш в фильме, в первом. Гадство. Что же делать с этим чертовым андроидом? Андроида узнать легко. Ага. Блин, что же с этой скотиной делать-то? Убить их, сволочи, этих очень трудно. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе? Нет, спасибо. Гадина. Свободен. Ага. Собака, сдрысни. Сдрысни, засранец. Что, хватит тебе разминаться, уходи. Уходи, гад. Дай мне сохраниться. Да пофигу, что рядом враг. Лучше пройти. Мама меня наглеет. Так, залезли. Сидим. Тихонько сидим. Рядом. Он где-то рядом. Блин, еще эта сигнализация, блин. Твою мать. Скотина. Ладно. Thank you.
Он рядом. Вот эта скотина ждет нас. Так, недалеко. Тихонечко, тихонечко. Окей. Так. Гад, из этой сигнализации я не слышу. Так я его в любую секунду могу на него напороться, на этого гада. Кажется, я слышу его шаги. Отсюда. Уйди, гад. Ушел. Пошел именно в ту сторону, куда мне нужно. Скотина. Ух, скотина. Так, он ушел в вентиляцию. Вроде. Так, давайте посмотрим. Так, выхожу и сразу налево, налево, налево. Окей. Налево. Твою медь. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Нет, нет, нет. Уходи. Уходи, гад. Уходи. Уходи, гад. Уходи. Блин. И смотрите, гад пойдет прямо вот туда, куда нам нужно. Скотина. Под стол, под стол, под стол, быстро, быстро, быстро. Фу. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Итак, мы в полуметре от выхода отсюда. В полуметре. Твою медь, а. Где эта скотина? Вроде рядом ее нет.
вентиляция бродит. Гад. Чтоб ему... Он где-то тут. Блин, буквально полметра осталось. Полметра, и мы на свободе. Твою мать, уходи, уходи, пожалуйста, уходи, уходи, уходи. Скотина, уйди, уйди, тварь. Уйди. Пошли отсюда, пошли. Пошли. Твою мать! Твою мать, а! Это ж, какого мать? Твою мать, что происходит? Твою маму! Ах, что это было? Извиняюсь, ну что это было? А? Какого черта? Так, мы живы, хорошо. Твою, твою мать, а. Так, тут, тут. Твою мать. Твою маму, какого черта здесь происходит? Вы видели? Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Вы видели, там камеры стояли, видео, и бочки с бомбами. Его пытались, наверное, сюда заманить, я не знаю что. Ну как, хорошо зубы полечил. Да что ж нас так трясет? Берлингер, меня зовут Джулия Джонс, я журналистка. Могу я взять у вас интервью, ну, про ограниченные поставки медикаментов, про то, как пребывание... Так, как же отсюда спастись? ...повлияло на психику ваших пациентов. Твою мать. Так. Ага. Ну, полезли. Давай, 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 Рипли, давай. Давай, ты у нас сильная, как твоя мать. Давай, лезь, тут, девочка, лезь. Давай. Давай. Давай, 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 подтягивайся, подтягивайся, умничка, давай. Давай. Давай, давай, лезь, лезь, лезь. Твою! Твою мать, какого черта, а? Ладно, не беда, давай, дальше, дальше. Дальше. Раз не упал, слава богу. Так, мы ранены, давайте создадим аптечку, просто теперь выберем аптечку. Хорошо, выберем снова шокер.
Так. Фу, что это? Что это было? Вы видели, там были видеокамеры, и походу здесь на него устроили ловушку, что ли, какую-то. Еще и записывали, как это все будет. Так, не тратим батарейки. Так, спускаемся. Так, мы куда-то спустились. Хорошо. Так, это нового тоже у нас достаточно. Так. Спрыгиваем. Что у нас здесь? Так. Тут у нас шприц. Ладно, пошли вы все нафиг. Уезжаем. Фу. Фу. Вот это был уровень. Я манал снова в такие ситуации попадать. Но боюсь, что я... В общем, что это у нас не последняя такая ситуация. А то и будет похлеще, чем это. Обнаружено выключение. Неисправность у них обнаружена. Так. А нам сюда, давайте. Найти запасной лифт. Окей. Давайте найдем этот... запасной. Так, файр у нас в достатке. Так, ну вот этого возьмем. Этого у нас мало. Так, тут уже свет не нужен. Так, что это у нас? Аккумулятор, хорошо. Лишним не будет. Рвануло знатно, и вот это его неожиданное появление прям перед нами. Это вообще, я чуть не родил. Это пипец. Патрончики. Бесполезному. Вы слышите? Он, похоже, где-то рядом. Вентиляция лазит, зараза. Детали не хватает. Будем чинить. Будем, но сначала сохранимся. Лифт неисправен. Требуется ремонт. Ну что ж, это было эпично. Кому нравятся мои видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал и в группу ВКонтакте. Может быть еще? Стреляйте во все, что движется! Ну за ж... А ну-ка без паники! Они еще и люди. Просто убили! Потом сами сдохли, поэтому заткнись и успокойся. Ну что ж, счастливо.